Че, это, короче, новая программа, бля, крафтовые хулиганы. Добрый вечер. Это вот тут Харли Дэвидсон. Да, ковбой Мальборо, да, наливай, наливай. А ты будешь это пить? Это решили начать первый, ну, как бы, надо же, как бы, с истоков Жигулевского. Правда, это Жигулевское стоит 220 рублей. Сколько? 220 за литр. Заявлено, что оно будет исключительно вкус 80-х, сваренный по ГОСТу. Да и наливай, а то уйду. Если окажется, что говно, я не буду называть эту компанию. А так, конечно, можно... Ну, я из горла. Ну, давай, наше здоровье. Ну, Жигуль. Ух ты. И ребята заявляют о том, что они сварили пиво именно вот по этому ГОСТу. Mm-hmm. Прям вот, mm-hmm. типа... Ох ты, Жигуля. Прям что-то такое, прям очень-очень старое такое, прям. Старое в смысле, что лежало где-то в подвале? Нет, 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 все тот же вкус. Я забыл этот вкус вообще. А ты его помнил? Ну, немножко, да. Представь себе, что хипстеры, которые варили это пиво, они даже в те времена и не жили. Откуда им знать, какой вкус был в 80-х? Ну, так кто хипстеры? А мы-то хулиганы. Как хулиган? Зачем хулиган? Какой хулиган? Самый настоящий. Я бы не сказал вообще, что здесь пахнет какими-то жигулями. Что это вообще какие-то не жигули. Жигулевское пиво. Пахнет, пахнет. Ну, а как считаешь, под это неплохо было имелось в виду какую-нибудь там рыбу там вонючую? Я считаю, что ни с каким пивом не стоит рыбу, даже... с лагером. А это чисто из гигиенических соображений? Нет, рыба просто перебивает все. Вот все, вкус всего перебивает. Несмотря какая рыба, конечно. Рыба! Так, и поддеть, пожалуйста. Я считаю, что с тунцом, например, ну, отлично будет сочетаться. Ну, а мне кажется, пиво. Как раз тунец, он настолько самодостаточный, что зачем к нему какое бы ни было пиво? Вот эта традиция взять сушеные воблы, вот это там сыров таких, каких-нибудь пивку, это чтобы как раз немного закрыть отстойность этого всякого старого мельника. Что-то, будь здоров. Фу, как некультурно. И почему-то оно, кстати, не фильтрованное. Вот это как ты объяснишь? Вот, кстати. Ну, так задумано, наверное. Вообще, я хочу сказать, очень неплохое пиво. В том смысле, что я что-то в последнее время... Лагеры как-то прям, ну, как-то вообще не идут, а тут и ничего, и вообще прям приятное пиво. Лагерек, приятное, что называется, для шашлыка, пиво. Для рыбалки. Да. Сколько, значит, у него оборотов, интересно? Если по ГОСТу, то 4,5 там. Слушай, сейчас вот я что-то начинаю чувствовать водянистость почему-то. То есть, ну, сперва я прям почувствовал вот именно вот эту вот, вот прям горечь такую, старую, ну, вот такую вот именно вот лагерную вот. Кстати, жигулевскую. У меня скорее больше ощущение, что это в целом, поскольку она как раз вот и мутная, то мне как раз сложилось ощущение, что это просто обычный хороший нефильтряк такой. И никакого жигулевского, на меня вот этот маркетинговый ход что-то вот не подействовал, честно сказать. Ну, то есть, здесь я чувствую, ну, хороший разливной нефильтряк. Хороший, да. То есть, не из тех, что там за 100 рублей литр. Ну, действительно, да, который подороже. Ну, тут в данном случае 220. Ну, это пиздец вообще. Ну, а где-то, да, получается, 81-й год. Нас не спали, что ли, получается. А он что, там был всегда фильтрованный? Мутно, как бы, вообще не приветствовалось, по-моему, никогда. Считалось, что... Типа это испорченное пиво, поскольку не было такого понятия, как нефильтрованное. Было всегда вот такое чистое, прозрачное. Я, получается, в этом особо и не шарю.